Всем привет! Вот сегодня 8 октября 2021 года стало известно, что умер народный депутат Украины Антон Полятлов. Выражаю соболезнования друзьям, близким, родным, знакомым этого человека. И я его лично тоже знал. Царство небесное ему. Но я хотел бы обсудить с вами другую проблему. Как вы считаете, могла убить его власть Украины? Вот выгодна ли его смерть власти в Украине? Я считаю, что да. Этот народный депутат очень много критиковал политику и поведение Владимира Зеленского, главы офиса президента Ермака и других, так сказать, членов команды Владимира Зеленского. Я считаю, что версия, что Антона Полякова могла уничтожить власть, очень правдоподобная. Какая реальная причина смерти, я не знаю, но я лишь выдвинул эту версию. А вы как считаете, могла власть уничтожить Антона Полякова за его высказывание и речи? Напишите в комментариях ваше мнение.